А кто ведущий? Ну что ж, добро пожаловать на книжный клуб. Книжный? Да. Охуеть я начал. Книжный Новгород. Ну и так, сегодня книжный клуб и обсуждение книги братьев Стругацких, «Пикник на обочине». И сегодня с нами, давайте тогда, красавица и умница Ярослава Тринадцатка. Красавец и умник Толя Бороздин. Умник и красавец Филипп Воронин. Давай, какое оскорбление ты приготовил? Нет, я просто хотел сказать, и красивый умник, умный красавец Леша Квашонкин. Но после чего я собирался заметить, что после слова «умница», которое является словом мультирода, потому что и мальчик умница, и девочка умница, но шоу «Умники и умницы» приучило нас к тому, что есть умницы-девушки и умники-мальчики. Но слово «умник», оно же лучше всего смотрится с ебаной. То есть, умники, ебаные и умницы. Понятно, в чью сторону перевешивает? Типа интеллигент вшивый, да? Типа того. Я перед началом прошел тест ВКонтакте, кто я из братьев Стругацких, и я Борис. А как их отличать? Там ведь все вопросы. Вы написали улитку на склоне? Да. Ну или нет? Блин, мне честно казалось, я читал книжку, и казалось, что один прям писал, а второй ему мешал. Ты типа приколы вкидывал? Не, второй рядом стоял и такой, тот пишет, такой, блин, расписывает линии, все говорит, что вот тут можно продолжить, вот тут интересная какая-то затравка, и тот такой, да и так заебись, пойдем погуляем. Смотри, на улице полдень, 21 век. Ладно, устаревшая, очень устаревшая. Но не так, как книга «Пикник на обочине» 71-го года выпуска, в которой, у меня же типа А и Б Стругацкий, поэтому я подумал, что вот А и Б сидели на трубе, извините. Ну это, кстати, мне кажется, именно оттуда. Потом А упал. А умер раньше, Б чуть позже. Да. Кто остался на трубе? Это пророчество, которое сбылось. Соответственно, кто-то придумал это стихотворение. И из-за этого сначала умер один Стругацкий, а только потом другой. А так бы они вместе умерли. О. Блин, вообще бы интересно. Блин, без вывода все это было лишено смысла, но вывод все исправил. Вообще бы интересно узнать, кто из них в чем хорош был, да? Ну, то есть, почему один не мог без другого? Ну да. Вам не интересно? А, и на самом деле не факт, что это... Один писал только гласное. Аркадий. Борис только согласны, но вместе пиздец получался синхрон. Это вообще же братья, это достаточно такая конфликтующая между собой субстанция, нет? И ну, как не бы... всегда. Но это, или наоборот, неправда. Это как человек, как может люди, быть. Да? Как сильно в конфликте с собой, так и в гармонии. Тебя же старший брат бил. Слушай, опять же, я не рассматриваю... Бил Квашонкин? Бил Александрович. В то время непонятно было, Россия будет развиваться на восток или на запад, поэтому Алексей и Билл. Да, есть в фильме, если что, убить Квашонкина. Леша, Билли, идите кушать. О, представьте, есть третий брат Стругацкий. Прием, такой. Да. Который чистый чмошник. Да, его запирали на чердаке, потому что он был злой. Не-не-не, он был очень реалист и говорил, ребята, так не бывает. То, что вы пишете, это нежизненно. А, я когда выбирал, я ее в Ашане в итоге купил, но там была серия книг. В итоге. Ты купил? Да. Но там была серия книг, и, например, там была Теодор американская трагедия. Теодор Драйзер. Типа 1984, Джордж Оруэлл. И Лев Толстой, Анна Каренина. То есть он лев важнее, нахуй, чем произведение. Лев, блядь, король лев практически. Скажите, ребята, читали ли вы что-то по литературе просто для себя? Что-то кроме книг обязательно книжного клуба? Вот Яся, может быть, ты читала что-то? Я читала мангу. Пойдет? Какую? «Человек-бензопила». Рекомендую. Очень хорошее. А ты до аниме не дотерпела? И я посмотрела аниме тоже. Мне очень нравится манга. Во-первых, она читается за 15 минут. Ты еще и «Маракую» не читала. Мне как-то поплыла реальность. «Маракую». А вопрос был, что вы читали из Стругацких? Нет, в последнее время вообще. Ты думал, что они мангу еще рисуют? Я такой, что? «Человек-бензопила». Его зовут Федор Васильевич. И они такие, сэмпай. На обложке. Ты что-то читал? Да.
Спасибо. У тебя были какие-то книги, может быть, кроме... Да, это то же самое, что и Толя. Давайте, может быть, обсудим саму книгу по факту, по истории, по... В книге несколько частей, более-менее она концентрируется на отрезке жизни, 8-летнем отрезке жизни главного героя Редрика Шухарта. Шугар. Я вот на тебя посмотрел. Сладенькая моя. Я такой шугар. Коль, если приходится это делать таким образом, не обязательно подвязывать все фразы к участникам. Хорошо, Sweet Dreams. Передача превращается в аниме-версию. Редрик Шухарт. Ну, короче, так, это конец 20 века. Действие происходит в городе Хармонте. Который... Выдуманной на англоязычной стране. И рядом находится зона посещения. Что такое зона посещения? Это несколько мест на Земле, в которых... Что? Шесть, конкретно шесть. В которых, видимо, приземлялись инопланетяне. Устраивали какую-то стоянку, сами вроде уже свалили, похоже на то, хотя, может, и нет. Но осталось шесть зон, которые ограждены правительством, куда запрещен доступ. Там осталась куча всяких инопланетных штук, которые можно исследовать. Туда ходить нельзя, можно только членам как бы исследовательского университета, но... Ну, это круто было. Работает же разум, да? Туда ходить нельзя, можно только членам тыкнуть. Пару раз буквально. Все, извините, я просто забыл, в чьей компании. Но ходить не... Я сдержался, ребята. Не, я просто клево получилось. Я такой, членом... Ну, класс. Есть сталкеры, люди, которые проникают туда нелегально, пытаются что-то украсть, вынести какие-то неземные технологии. Который называется Хабар у них. Стоп, снято. Фух, наконец-то. О, ребят, мне там обед привезли, откройте курьеру, плиз. Есть, через полчаса снимаем интеграцию кухни на районе. Пробегись пока глазами по сценарию. Блин, ну я надеялась, ты мне еду принес. Ладно. Приятного аппетита, Ясь. О, спасибо. Кухня на районе – лучшая кухня на твоем районе. Даже если там живет мама или свекровь. Вкуснейшие блюда, ароматнейшие курьеры, а также супер-пупер юзер-френдли приложение. Господи, что за чушь? Вам это нейросеть писала? Давай лучше своими словами скажу. В какую камеру писать? В эту ок? Привет, народ! Все вы знаете, как я люблю поесть, причем поесть хорошо. Но вышло так, что я живу и работаю в ритме, который сложно совмещать с готовкой и частыми походами на обед в кафе. Поэтому я предпочитаю заказывать что-то из кухни на районе, потому что их райдер привезет мне готовую еду уже через полчаса. Вот это вот я еще на подкасте заказала. Вообще на съемках кухня тоже очень выручает, когда 15 человек вдруг вспомнили, что американо – это не настоящий завтрак. Тут и пицца, и бургер веганский, и мак-н-чиз. Лично я подсела на их комбо обеда и наборы еды на целый день. Там в основном еда с макарошками, винегретом и морсом. Мне они как-то роднее пиццы. Привозят их в удобных плотных контейнерах, остается только разогреть. Вот сейчас я супчик куриный поем еще, а вечером фрикадельки с рисом. Красота! Я вам как человек с ипотекой говорю, нормальная цена. Средняя стоимость блюда всего 116 рублей. Короче, народ, я вам кухню реально рекомендую. А чтобы охотнее пробовалось, скачивайте приложение по ссылке в описании. Вводите промокод «Я покушала» и получите первые 3 доставки по цене в 1 рубль. Ну, у меня на этом все. Пока. Все снято. Ну вот, видите, вы тут супер-пупер, юзер-френдли. Эх, дилетанты. Но тут можно вначале, типа, они же все-таки фантасты, они пытаются, даже если обосновать это супернаучно, как какие-нибудь Станислава Лема, они все равно, как, ну, типа, вот интервью сперва берут в книге, говорят, мол, у ученого, который Нобелевскую премию получил, Валентин Пильман, тоже, не знаю, русский, кто не русский, потому что там все зарубежные чуваки, даже главный герой – это Редрик, но русские наши, там все равно проскальзывают. Чувствуется, что все равно там тоже такой лексикон достаточно русский, и менталитет русский. Поэтому я не воспринимала это как условную Канаду. Я воспринимала это как вот реально под Рязанью произошло. И
А, то, что негра зовут Гуталин, кстати, это ж по-русски очень. Нет. Слушай, а если честно, про себя быстро краткое впечатление скажу перед началом. Я вообще не люблю фантастику, честно скажу, не мое. И с опаской брал эту книгу, думал, тяжело будет читать. Но «Гарри Поттер» люблю, например. Вот. Но «Властелин колец» нет. «Звездные войны», пожалуй, минус. «Бойцовский клуб» нормально. И, короче, к чему я? Мне очень понравилось, как очень простым языком, жизненным, описаны фантастические вещи. И мир, созданный братьями Стругацкими, мне, кстати, напомнил в том числе и мир Гарри Поттера. То есть все вот эти, знаешь, как будто в косой переулок зашел, и вот эти все лампа смерти какую-то купить можно, какая-то жижа. Студенческая. Да-да-да, прям сливочного пива не хватало только, и все. Но очень прикольно все эти артефакты описаны. Ты даже не можешь представить, как это выглядит, ну так как, точнее, можешь, не факт, что правильно, пустышки, mm-hmm. вот эти все. Короче, очень понятным языком описаны фантастические вещи. Вот это мне понравилось. Для таких нелюбителей фантастики, как я, мне кажется, это хорошая книга. Это слово сказать, так называются артефакты, которые выносят из зоны. Сталкеры, которые выносят. Там, короче, артефакты выносят из зоны, их либо изучает институт исследования внеземных цивилизаций, либо всякие гады. На черном рынке покупают. На черном рынке, да, покупают, и неизвестно, что с ними делают. Угу. Они могут попасть в руки очень плохих людей. Которые тоже будут не знать, что с ними делать. Но люди очень плохие. Узнал бы, как уничтожить мир с помощью этой тяжелой штуки. А в итоге просто трахают пустышку, да? Ну, да. Ну, у всех был такой момент в биографии. Да, да, да. Мужчины. Нет, трахал пустышку же в итоге Ред, как выяснилось в конце. Да, и главный герой... Он работает и там, и там. И в исследовательском институте. В начале книги он работает в институте, да, но он бывший сталкер. Сталкер это опасно, за это могут посадить, ребята. Не становитесь сталкерами. Сталкеры, да, это незаконные авантюристы. Но как здорово, что... Вот Стругацкие говорили, что слово сталкер и термин сталкер это самый главный типа аналогизм, который они внесли в мир. И вот как во всем мире сталкеры это люди, которые вот под окнами вот этих двухэтажных домов сидят где-то на деревьях и дрочат. А наши сталкеры... Либо в Инстаграме подписываются. И с новых аккаунтов пишут. Я тоже раньше думала, что это сталкер. Да? Да. То есть никто не наряжается в там, военное обмундирование, не идет выносить артефакты. А если дрочит у тебя под окном человек военного обмундирования? А я примерно так его и представляю. От этого сильно легче. Ну вот, нормальный сталкер наконец-то. Ну и при этом, да, во всем мире сталкеры, да, это люди в черных очках, в шляпах. Только у нас это люди, которые такие, опа, под сковом, да, вот есть канализация, туда я прям залезу в майке оргазм Нострадамуса, выпью портфель, но вот это вот наши сталкеры. У нас совершенно особенные, чудесные сталкерская культура. Безобидная по-своему. Прикольно воспринимать с этим значением слова. Там некоторые сцены, когда он сидит в засаде, чтобы патрульные фонари его не спалили, как будто его цель это помастурбировать на кого-то. Там, мне кажется, а где вы услышали? В засаде прячется. Где вы услышали, что сталкеры дрочат? Они не обязательно, они просто за тобой ходят. Нет, сталкер это следит, да, а дрочить или нет, это выбор уже его. Преследует, все правильно. Да, но ты всю ночь на дереве, чем тебе заняться? Всю ночь на дереве? Ну, например. Кстати, на самом деле это тоже могут быть связанные вещи. То есть, как бы, когда человек просто долго сидит в засаде, у него же много времени. И не факт, что он дрочит на то, как бы, зачем наблюдает. Вполне возможно, он просто наблюдает за своей целью и параллельно дрочит, чтобы скоротать время. А как ты видишь ситуацию вкупе, тебе кажется, что он как бы дрочил на то, зачем наблюдает. А вполне возможно, его наоборот сбивало это. И он бы давно уже закончил, если бы картина была поприятнее. Это прям звучит все еще лучше сразу «господин судья». Я никогда не путаю любовь и секс. Дрочил я просто так. А Наденьку я люблю на самом деле. Поэтому и смотрю на нее в бинокль каждый день. Вот, видите, нам гораздо веселее обсуждать термин «сталкер», чем саму книгу. И это тоже мое впечатление общей от книги, потому что мне было очень скучно. Опа! Ты девочка. Да-да. То ли дело в повороте сюжета в «Человеке-бензобиле». Да-да, не понимаете, у него собака вместо сердца. А тут что? Ты это что? Короче, я так скажу. Я слушала аудиокнигу. И еще я смотрела этого Тарковского. И это было тоже жутко. Меня, может быть, сейчас убьют и вообще в комментариях просто распнут. Но я смотрела фильм Тарковского на скорости 1.5x.
И вообще нихуя не поменялось, представляете? Вообще ничего. Один и тот же кадр, сука, 3 часа. Это невозможно. И еще я ехала в поезде. Я была в туре. Я ехала в поезде. И мне было так скучно уже даже просто смотреть, что я начала засыпать. И там был как раз момент, где они ехали на поезде. А я еду на поезде. Они в наушниках ехали дольше на поезде, чем я до Ижевска, понимаете? Это, блядь, невозможно. Я, если честно, немножечко мучилась. Я бы ее не дочитала. Это Тарковский. Ты должен понимать, это Тарковский. Ну, то есть, ты, если бы ты смотрела в... Книгу? Не, если бы ты смотрела в экранизации Тарковского любую свою другую любимую книгу, ты бы тоже охуела. Человек-бензопилу. Да, человек-бензопилу. Блядь, как можно так долго пилить человека? Я... Простите, Ясь, было задание прочитать книгу? Да. Ты нахрена столько лишних действий сделала? Тарковского никто не просил смотреть. В поезде в Ижевске ехать не было задания. Ты могла просто прочитать книгу. Я была вынуждена делать это в дороге. Ну и не было, ну нигде не было этой книги, поэтому я аудиоверсию решила. В Ашане, дешево сказать. Где угодно. Поверь мне. В Ашане 300 рублей за килограмм. Там, где я была, ее не было. Итак, с чем у вас проблемы? Чувствуете, что встали не с той ноги? Или, может быть, вы одиноки, и вам не хватает пары? Понимаете, меня скорее тяготит ожидание других людей от меня и обязательства относительно других людей, которые я сам накладываю на себя. О, может быть, вам просто завести хобби? Например, игру кольф? Фы. Поймите, доктор, на меня оказывает ежедневное влияние тяжесть ответственности за других людей. Чувство вины за безответственность. Если радость, то всегда с оглядкой, не будет ли осуждения. И грусть, которая уже настолько равномерно расползлась по всем моим дням, что кажется, что это норма. И все вместе такое ощущение, что я просто мерзну ночью на фоне салюта с буквально целого спектра самых плохих новостей любого масштаба. Что ж, у меня была еще в запасе пара каламбуров про носки. Так сказать, запасная пара. Но я думаю, что в данном случае эта полнота, наверное, не приведет к ничему конструктивному. Поэтому давайте это заканчивать. И вызовем уже толстяка. Давайте вызовем. Господи. Как затекла спина. Тут есть перерыв? Нет, спина меня, конечно, не выдерживает уже такие приключения, даже близко. Для этого нужно быть моложе и, возможно, авантюрнее. Но смотрите, для проблем с самим собой, которые не уходят, даже если их обшутить, есть Ясно. Ясно — это сервис подбора и онлайн-консультации с психологом, который существует и успешно существует с 2017 года. И за это время на сайте Ясно.Лив и в последнее время еще в приложениях для iOS и Android прошло более 1 000 000 консультаций. С Ясно сейчас сотрудничают более 2800 специалистов, которые проверены и опытные чуваки. И чувихи. И, честно говоря, цифры просто крышеснос. Но кроме цифр, с любой вложившей вас проблемой вы можете обратиться в поддержку, которая подберет специалистов именно под ваш запрос, из которых, из списка которых, вы уже выберете сами того самого человечка, сеанс которым онлайн, то есть выходить на связь можно откуда угодно, даже не выходя из дома. И стоимость сессии прежняя, это неизменные 2750 рублей за сессию. А с нашим модным промокодом STANDUP, введенным при регистрации, вы получите еще 20% скидку на первую сессию. Надеюсь, это ясно, как и то, что это ясно. Про
прорезюмирую. Наверняка это, ну, тоже атмосферно, интересно все. Но меня просто утомляли описания, наверное, того, что происходит. Потому что, по сути, все решается лично для меня. Ну, блядь, не ходи туда. Каждый раз, когда он ходил в зону, после этого происходила какая-то жопа. Кто-то умирал, кто-то без ног. И, нихуя себе, так можно про любую книгу сказать. Так, любую книгу про любовь можно было описать тогда. Разлюби. Да, ну типа, ничего себе, ну не трахайся ты с ним. Не трогай кольцо Бильбо. Да. Не трогай блядское кольцо. Или классная книга, он такой, и в зоне мне не очень понравилось. Проблем много, больше не пойду. Так вот, по и сути. Еще 500 страниц, типа, не пойду я в эту зону. Что там, в зону пойдешь? Не пойду. Не, ну, правда, это интерес и жизнь, как бы, если бы персонажи могли так развлекать. Но это... тут даже не описано, почему он так хотел ходить в зону. Он просто говорил, я не буду, как все, просто в офисе работать, мне это скучно. То есть, по сути, к этому все сводится. Я все сказки, знаете, как читала, у нее богатырь доходил до камня, там было написано, налево пойдешь, смерть найдешь, он, тогда не пойду. Не, ну, по сути, каждый раз, когда он подвергал опасность, единственное, что мне понравилось, что у него супруга, она знает, что он сталкер, она его не доебывает. Точка. Единственное, что мне понравилось, что у него супруга. Человек семейный все-таки. Обязательства для него тоже не нужны. Что жена его не пилит, вот что мне понравилось. И что да, у нас ребенок урод будет, ну что ж поделать, вот такой будет ребенок. Они не знали точно, что будет с ребенком. Это же непредсказуемые последствия. Если рожать после 30, ребенок тоже имеет шанс быть уродом. Даже если не ходите на какую зону. Да, именно. Но ты при этом не рожал до 30? Нет. Ну вот. Это смешно. Ты практически на зону ходила. Зачем ты не рожала до 30, Ясь? Зачем? Какой смысл был не рожать до 30? Я и не хотела. Блин, там на самом деле очень много интересных вещей написано. В том плане, что ты говоришь, нахера он туда ходил? Так он же и не мог понять сам. Там же говорилось, что он ходит туда, типа, зарабатывать деньги. Он такой, все мы задаемся этим вопросом. Он хотел зарабатывать туда деньги, в конце такой, а зачем мне деньги? Типа, нахера я всю жизнь лажу по говну, зарабатываю деньги, чтобы что? То, что случилось что-то, что он так начал думать. Случилось то, я не хочу спойлерить, что он не может изменить деньгами. Да там на самом деле все очень просто. Там делится на три части его жизни, правильно? Этого... Да, причем первое написано первого лица. Да, практически. Там одна глава только написана не про него, а про как раз... Да, про этого. В первой части он работает в институте, типа благополучная жизнь, завязался сталкерством, типа. И в институте у него есть друг, который хочет изучать все это ради науки, ради будущего, ради человечества. Он пропитывает его этими идеями и... Он пришел в тупик, не мог разгадать какую-то загадку. Он говорит, ну хочешь, я тебе покажу кое-что из этой зоны. И ведет его в эту зону, открывая себя то, что он сталкер бывший, правильно? Ну, типа, неизвестно, что это было вроде как? Известно. Ну, он отсидел за это, типа, но после этого стал. Ну, неважно. Короче, что он завязал, да, и возвращается в эту зону уже в качестве работника института, когда ему ничего не угрожает, когда его не могут сцапать, когда ему не нужно в дерьме лежать три дня, чтобы его не застрелили. Да, отправляет его, отдавая честь военной, и он этим иронизирует. С почестями, да, говорит. Впервые иду туда с почестями, оркестра не хватает и платочков. Вот, он идет туда, они все достаточно безболезненно проходят, но Кирилл, это вот этот ученый, умирает. Умирает. И этот чувствует свою вину, потому что он самый опытный был в этой зоне и не доглядел за Кириллом. И именно он предложил Кириллу и сказал ему, что там такой артефакт, который Кирилл никогда не видел, и они поэтому туда отправились. Но они его и нашли, то есть не обманул. И да, действительно вытащили. Ну и на самом деле Кирилл все-таки, идя по зоне, вот этой сверхъестественной, задевает спиной какую-то серебряную паутину. Ну, то есть, на самом деле, ему повезло, что он прям там не отчалил. То есть, это могло так закончиться. Он задевает спиной серебряную паутину, и сверху спускается огромный, блядь, паук гигантский, жрет его прям там. С паутиной очень смешно было, что этот Ред увидел, что на того паутина сзади, и Кирилл у него спрашивает, а что там? И этот такой, да ничего. Он говорит, а повернись-ка спиной. Зачем? Да все нормально. Он ему же до последнего не говорил, что что-то случилось. Он мог бы сказать. И там еще прикол, что... Он потому что не был уверен. Он вообще видит эту паутину. Она есть на самом деле. Это его галлюцинации. Потому что у него бывают приступы какие-то, когда он, ну, типа, в другую реальность как будто попадает. Он, а у него травмы от того, что он в зону ходит. Да-да, не самый надежный человек для похода в зону, в принципе. Не, ну Ред там вообще описывается как чувак, который чувствует зону. Ну да, что он там столько раз был. Да, он же... В душу просил его спиной повернуться. Да. Когда они уже вместе в душе встретились. А, и он ему подсрачник же дал.
Да не, ну просто, типа, если меня в душу попросят повернуться спиной, я спрошу, зачем, и ответ, да, просто, меня не устроит. Да, да. И потом, типа, зачем тебе? Не поворачивайся обратно сейчас, мне надо посмотреть. Да, судя по тому, как персонаж Кирилл себя ведет, возможно, он просто поскользнулся на банановой кожуре и башкой ударился об угол стола. И вообще вот это все становится очень тревожно. То есть, фактически, ему в душе говорит... Ред, повернись, я посмотрю, что... И потом его находят мертвым. Угу. И он такой, приступ сердца, наверное. Не похоже вообще все это на здоровую историю. Так, ну, давайте кардинально меняем обсуждение. Итак, значит, Ред насилует и убивает Кирилла. Блин, а я сейчас только понял, что жизнь Реда была, прикиньте, он с детства сталкер. Он же с детства сталкер. Он был сталкером. Потом его посадили в тюрьму, он вышел, продолжил работать сталкером. Его опять посадили в тюрьму, он продолжил работать сталкером. Uh-huh. Что он с зоны на зону, с зоны на зону. Что он такой, блин, много зон слишком у меня в жизни. А еще... Если он садится на зону, ему можно набить татуировку, век зоны не видать, но это уже противоречит. Какой-то... А еще, мужики, поймете меня, наверное. Скажите, как там сладко описано, как он бухал? Просто великолепнейший, я не знаю. Вот чувствуется любовь автора. Я не знаю, Борис или Аркадий закидывались нормально, но как он описывает каждый раз эту флягу, он ходил с флягой, с алкоголем, и я, честно, из фляги никогда не пил, но я уже такой в экспедицию чуть ли не звонил, хотел себе флягу купить, чтобы ходить и такой перед стендапом такой... И там многие, там еще один персонаж, вот этот Нун, как его? Нунан. Он тоже пьет, и там написано с таким знанием дела, и эта кровавая Мэри была первым чем-то стоящим, выпитым за сегодняшний первым день. Первым, он до этого пивает много кружек пива, и потом идет убить кровавую Мэри. Аркадий русская Борис. Водка с томатным соком, и такой, первое стоящее бухло за день. Да. Аркадий и Борис еще чисто прибухивали фан. Да, Аркадий и Борис еще вообще, честно говоря, ни во что не ставили правила дорожного движения. Там этот Нунан выхлестал, по-моему, 6 пив где-то. Ага. И такой, я тебя довезу. А я думаю, ты сейчас начнешь. А еще братья Стругацкие не знали правил дорожного движения. Пикник на обочине, это же небезопасно. Настолько широкими мазками. Про первую часть. Чем она заканчивается? Вот они с Кириллом заканчивается. Внезапно они сходили на зону. Они взяли артефакт, которым Ред, рыжий, хотел порадовать Кирилла, который возился в пустых артефактах, а тот нашел ему тот такой полную же, только пустышку. Полный, да, магнитную ловушку. После чего Реду вручили премиальный, он такой, да, вот это да, не люблю считать деньги. Не знаю, сколько здесь, понятия идет не имею. Бухать. Не люблю считать деньги, да. Идет просто кайфовать, где ему доносится, что Кирилл умер от разрыва сердца. И тот, по-моему, приходит в душ и трет себя до красна. Это момент, который я помню с первого прочтения. Единственное, что ему помогает справиться, это его молодая, любимая девушка Гута. Ну вот этим и заканчивается первая часть. Гута ему говорит, что нам с тобой надо расстаться, потому что мать моя против, что я со сталкером, а я хочу ребенка. А тебя, она говорит... Она говорит, я беременна, она но говорит, я не хочу делать аборт. Да, мать говорит, сделай аборт, а я хочу родить от тебя, даже если ты со мной не будешь. Говорит, даже если ты сейчас уйдешь, свинтишь, типа, я рожу от тебя. Вот. И там как раз говорилось, что рожать от сталкера – это риск. Там, смотрите, когда они приходят в зону и возвращаются, типа радиации никакой нет, у них нету никакого облучения по всем этим показателям, да. Но что-то случается, типа вот. И он говорит, конечно, давай вместе, типа, заведем ребенка. И они говорят, а как же мы теперь будем? Справимся, все, на этом заканчивается. Типичная ситуация, кстати, характерная для среза, слоя общества Советского Союза. Забегая вперед, у них действительно рождается девочка, но она рождается, естественно, с... Приколом. Особенностями, да, так скажем. Но она, кстати, не то, что прям жестко как-то, это просто с шерстью. Ну да, ребенок с шерстью рождается, девчонка, и они ее... Ну, меня вот это, честно говоря, немножко прикололо, что у них... Как они ее называют? Что у них рождается ребенок, девчонка, у которой, типа, шерсть по телу, по лицу и так далее, и они ее называют мартышка. Ну...
Понимаете? Да, 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 типа, они издеваются. А негры они называют гуталин. Ты еще не понял, что это за люди. Они хорошо. У них добрые слова идут, только когда речь идет о фляге и о том, как он пьет. В этот момент добро растекает. А еще прикол, что у дочки, которая мартышка, любимый из его друзей был как раз гуталин. Они встречались, гуталин и мартышка такая, ну они охуели, конечно. Хотите бананы? Да. Но это правда первая часть, после чего он уходит из института. И вторая часть уже от лица повествователя условно начинается про... А, начинается с места в карьер, что он... Прошло 5 лет, по-моему. Да. Ему было 23, стало 28. Но в 23 он уже успел побыть сталкером, отсидеть, поработать в институте в этом 2 года. Международный институт внеземных к... цивилизации. Заделать мартышку. Угу. И эта вот сцена трушно написана, в отличие от первой. Она как будто... типа, ну, такая, по атмосфере классная. Там они вообще как будто все отдельно написаны и потом собраны. Или, ну, ее часто переписывали, эту книгу много раз переписывали. Ну, вот мне и казалось, что очень многие линии, типа, начаты круто, типа, да. Ты такой, короче, знаешь, тупое обывательское, не ищешь какой-то смысл и что-то такой, так, блин, кто крыса, кто его сдал, интересно, почему его начали прессовать полицейские? И такое... бросается эта тема. Там, кстати, еще в первой части прикольно, что он встречает полицейского, который его посадил, и он очень обрадовался, что он работает в институте. Говорит, я всегда знал, что из тебя выйдет толк, и тебе не нужно заниматься этими криминальными штуками, а работай на благо науки. И он его разочаровывает. Получается, потому что начинается вторая часть, и он опять ползет по зоне со стервятником. Это самый плохой сталкер. Гадкий. Он подставлял всех. Стервятник не Бороздин? Барбрич. Стервятник Бороздин. Стервятник Бороздин, небесный простор, да, уже это второй день. Стервятник — это самый старый сталкер, и он почему дожил до своих лет? Сталкер. И он почему дожил до своих лет? Потому что, ну, у него принципов никаких нет. Ради того, чтобы выжить, он готов подставлять, грабить. Он никогда, да, он известен тем был, что никогда не помогал никому в походах, легко бросал всех, да, и даже отбирал. И потом кто-нибудь умирает в зоне, и там, например, вещи только его остались, мертвые, и он такой, ну вот туда нельзя ходить. И вторая часть начинается с того, что не рой другому яму, сам в нее попадешь. Стервятник сам вляпался в неприятности, он наступил в студеный студень. Ведьмин студень, да. И ноги до колена, все. Без костей. Все. Оказались без костей. Все. Я думаю, он так разговаривал. Не работают ноги, и... Они стали сами студнем. Да, да, типа вот такие. Ну, он, короче, не может идти и просит Реда все-таки не бросать его. Не бросать, да. А Ред у нас хорошенький парнишка, хоть и суровый очень. Вот. И Ред действительно его спасает оттуда. Этот стервятник ему за то, что он его спасет, говорит, я тебе там и карту сокровища дам. Он ему пообещал карту, где есть шар желаний. Шар желаний, да. То есть это, да, тот самый шар. Ну, а давайте про шар желаний в двух словах. Типа шар желаний — это высший артефакт, который там можно найти, правильно? Да, но вообще в него даже не верят. Все считают, что это как бы нет никакого шара. Нет, кто-то верит, кто-то не верит. Не, ну вот там на самом деле так. Сначала он кажется нереалистичным, сказочным артефактом. Это просто часть легенд, типа. Да, легенды, да, да, про, да, какой-то шар желаний. Шар желаний верят те, кто отчаялся. Можно золотой шар его называть? Мне потому что хочется про шарж пошутить. Давай. Золотой, ладно, шар. Жди про шарж. Не, мне хочется шар желаний пошутить, что они в итоге проникают туда, доходят, а там вот эта хуйня, которую трясешь, она говорит, да или нет. Спросите еще раз. Или прикинь, ты ищешь, охотишься за шаром желаний, находишь его, берешь в руки, и он такой... Хочу воды. Сам это требует. Шар своих желаний. Да, 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 он все время что-то хочет. Ну, короче, что это миф какой-то, что это высший артефакт, который исполняет любые желания. И там справедливо возникает вопрос, прям любые-любые желания. И такие, ну, не прям любые-любые, но, может, любые сокрови. Короче, никто не знает, потому что только вроде как Стервятник его видел, да, типа, или знает, где он находится. Потому что... Ну, и тут говорит, вот, типа, шар выдумка, а Стервятник такой, нет, не выдумка. Не выдумка. Ты, да, же видел? Заметил, что мои дети не волосатые, в отличие от твоего. А, да, еще у Стервятника очень красивая дочка, типа пипецкая, там так описано. Реально, вот, короче, если в этой книге прочитать только описание бухла дочки и как они курят, то можно вообще нехило вечер провести. Ну, согласись, очень сочно, и она описана была. Хочу, да, да. Дочка взрослая, в смысле. Да и он такой полукриминальный какой-то персонаж, и от этого достаточно прикольно. Да, и дочка у него, типа, там прям ей пророчат очень хорошую карьеру шлюхи. Как будто это GTA, типа, они там
И сын у него красивый. Атмосфера криминальная. Да, и сын очень красивый, дочка красивая. Хотя, судя по книге, стервятник урод, и жена уродка. Потому что говорили, что вообще не похожи на отца и мать. И говорит, что... И он ее убил, жену. Да. Короче, стервятник очень плохой человек, да, и этот наш кореш его спасает, запихивает в Land Rover. Меня разъебывает, что они придумали все, весь мир и вселенная, а тачка оставили. Peugeot, Land Rover, блядь, вот эта черри ебаная китайская, наверное, там тоже есть. Ну, как-то, знаешь, очень возвращаешься в жизнь сразу, когда читаешь Land Rover в кустах, и ты такой, ну, хорошо, почитаем. Но он заводится необычным образом. Вот. И они... Да и кусты-то были какие, синие. Да. А там Land Rover стоял за ними. И они вытащили очень много награбленного, чувака без ног, и поехали, в общем, этого чувака без ног он отвез к врачу. У них врач есть по прозвищу Мясник. Да. Прикольное прозвище, да, для врача? Ну, как у всех пиратки прозвище. Блин, у меня хирург есть вот такой вот Мясник. И Мясник есть вот такой вот хирург. А, еще, извините, ключевое, что за 5 лет зона изменилась, и то есть из места, где был только институт военный и выжившие калеки, это стало типа, ну, по описанию, как будто, кстати, Лас-Вегас, да, как будто. То есть, не, серьезно, там, то есть построили отели, небоскребы, приезжают люди, которые просто хотят поглазеть, приезжают люди, которые хотят стать сталкерами, умирают очень быстро, потому что молодые, неопытные, лезут куда зря. Вот, и то есть это прямо развитый город. И он отвозит безногого чувака этого Барбриджа лечиться, а сам повез отвезти награбленное чувакам, которые это заказали, в отель «Метрополь», да? Mm-hmm. Да, как в «Джонни Уике». Да, в «Метрополь». Да? Там же так? Я тут еще случайно страница открыла, меня приколола. Там, короче, вот эти бандюганы, которые скупают у них вот эти все артефакты. Этот хрипатый, а тот костлявый. И хрипатый поглавнее, а этот костлявый, типа, денежки принести должен. И меня просто, ну, диалог повеселил. Этот попросил деньги за артефакты, и хрипатый говорит костлявому: «Фил, дружище, как у них здесь выражаются?» Я вот так представлял, что он. «Фил, дружище, как у них здесь выражается? Отвесь ему капусты, отслюняй в зелененьких и дай мне, наконец, спичку». Ну, мне понравилось, как у них здесь выражается. Типа, захотел затесаться в крутую сталкерскую тусовку. Хайпанем. Да, чё, дай им зелененьких, бабулесов им скинь. И давай этих, капустянского им нарежь, пожалуйста. Молодежь ведь так разговаривает сейчас. Да, а чё? Чё по монете? Я не умею зачесываться в компанию сталкеров. Там всегда говорят 500 монет. Да, они так называют деньги почему-то. Да там вообще непонятно. Они там очень странные есть некоторые термины, что я же перечитывал, такой, ну ладно, наверное, что-то не понимаю. Вот, и короче, он ему дает дохрена бабла за то, что он принес. И наш кореш уходит. И ключевая ошибка. Ребят, если получили где-то много денег наличкой, езжайте домой. Вот. Не надо ехать в бар. Да, в бар не надо. Вот он решает в бар заехать днем. Причем, кстати, прикольно, что бар у них называется «Борщ». Но очень он... американское классическое название бара. «Борщ». А в баре его ждала облава. Там засада. Там полицейские его решили словить. И там прикол, вот это мне сцена понравилась, когда его карманы обыскивают, его все полицейские там сцапали. И говорят, доставай из карманов. Он говорит, я ничего не буду доставать, доставайте сами. Они говорят, доставай из карманов. Он достает деньги, вот так кидает. И они говорят, поднимай деньги. Он говорит, я не буду поднимать, поднимайте. Через секунду он поднимает деньги. Что он дерзкий, ровно секунду был. Он сбегает от облавы. Сбегает от полицейских, оставляя все деньги там, только что заработанную кучу бабла. Вот я не понял этот момент. Он использует для этого какое-то инопланетное приспособление, да, какой-то артефакт из зоны. Нет, вообще ничего. Известное, как крышка подвала. Да, там на полу подвал был, и все. Я вообще попутал в этот момент в книге. Я заснул как будто или нет, наверное, что-то такое. Вот я засыпала 3 раза, пока слушала книгу. 3-20. Вот, он сбегает от полицейских. И он сбегает для чего? Не для того, чтобы избежать наказания, а для того, чтобы почистить у себя дома и не подставить жену с мартышкой. Ну, на мартышку, наверное, похуй ему. Не подставить жену, он забирает оттуда всякие вещи, которые могут навредить, прячет их и идет сдаваться в полицию. Но он... Меня вот что прикололо. Он жене звонит, говорит, я иду сдаваться в полицию. Она говорит, ой, как? И он говорит, не бойся, меня не будет всего 9 месяцев.
ну, типа, что на 9 месяцев его посадят, а он знал, что его посадят как минимум на 2 года, но очень странный наеб, нет жены? Ну, типа... Это, знаешь, как такси, ты такой, я уже еду, а на самом деле ты уже... Нет, это когда собираешься. Я буду через 20 минут, а на самом деле через 40, но да. В контексте 2 лет это много, она заметит. А ты жена? Ты жена, ты не жена. Ну, мне кажется, поэтому, потому что, прикинь, он бы сказал, меня посадят на 3 года, и она такая, что, блядь? И там не было бы разговора, типа, что ей дальше нужно делать, она бы просто говорила, я уеду уже минут 20. Не, ну он бы тогда, меня посадят на 3 дня. В кинотеатр. Посмотрим фильмы с мужиками и приеду. И потом... В целом, он мог бы потом врать просто. Ведь срок продлевают за преступление, я слышал на тюрьме. Да, да, да. Дорогая, я как и говорил, меня посадили на 9 месяцев, но я воткнул заточку в шею своему... Там с кем сидел, да. В суде прям, надо сказать. И буду через 3 дня. Тогда ему чаще приходится придумать оправдание. Ну да, они же с Барбиджем сейчас тащили фарфоровый сосуд с ведьминым студнем, который наставляет в секретном месте, как залог. Звонит этим двум перекупщикам. И говорит, позаботьтесь о моей жене. Да, вот тут, и тут находится то, что вы очень сильно хотели. Пусть моя жена ни в чем не будет нуждаться, а я, пожалуй, тогда... А я сдаюсь. Да. Блин, вот про что я говорил, что, например, в разговоре с этими бандюганами они говорили, принеси нам фотоаппарат с пленкой, которую надо отфоткать что-то там в зоне. Типа, интересно звучит, да, что ж они там хотят. И потом к этому не возвращается до конца книги ни разу. Понимаете, что там очень много, типа, крючков было, которые в итоге не сыграли. Не было у вас такого ощущения? Ну, да, да. Вообще, как будто бы нужно найти какую-то дополнительную книгу, как развивалась дальше история у этих ребят с их делами. Там еще, извините, он до бара успел заехать к дочке Барбриджа, ой, этого, стервятника, и отдать ей его долю. Но там очень смешно, что он заезжает к ним в шикарный дом достаточно, она на лужайке загорает, описано, что она пиздец какая красивая, у нее фигурка, она пьет просекко или какой-то другой алкоголь из этого. Он говорит, прям очень красивая она, и прям все ведется к тому, что ну, он ее... Сами понимаете. Вот. А она его начинает ругать за то, что он ее отца спас, и говорит, надо было его не спасать. И он ей просто пощечину хуяк и уехал. А велось все к тому, что... Получается... А кто не хотел красивую женщину ударить? Да никто не хотел! Я просто вас провоцирую, чтобы вы такие, да, да, мы... Нет, на самом деле, мы прекрасно понимаем, что ты точно хотела. Вот в чем проблема, когда вы с братом вдвоем пишете книгу. И один такой, она была такая красивая и лежала, и он подошел к лужайке, уходит спать, и второй. И он подошел, как въебал ей. Большая проблема вдвоем. Поэтому книга в два раза, короче, должна быть. Так все время по сюжету штормит. Это такой, я вернусь всего через 9 месяцев. Жене пишет, уходит спать, возвращается. Он отсидел 2 года, да блядь. Разговор с полицейским тогда смысл приобретает. Доставай, что у тебя в карманах. Я не буду доставать. Это Аркадий. Борис такой, да достань, это ж полицейский. Чисто в туалет один уходит такой, и он достал. Борис, конечно, оторва этот, блин, все время за ним нужно вот это. Так на самом деле даже титульная страница была написана. Один написал, Аркадий написал книгу, этот подходит такой... И Борис. Мне понравилось описание этой девушки в том плане, что она достаточно бодипозитивная. У нее были густые черные волосы, по-моему, а атласная кожа, ни одной единой складки. Да. 150 фунтов чистого совершенства. И я перевел, это типа 72, по-моему, килограмма получилось. Такой. Это отличное количество совершенства. Ну, это она высокая очень должна быть, чтобы ни одной складки, нет? Ну, либо хорошо наполненная мясом. Ну, такая. Она может быть равномерно наполнена. Ну, это же, кстати... У мячика волейбольного тоже складок нет? Да. А он столько весит? Это не из-за того, что он спортивный. Бля, а вас не прикололо, что, типа, ну, относительно все там реально было вообще в книге? Ну, относительно, я имею в виду, понятно, что с какими-то фантастическими штуками. И потом посреди книги. А, ну и мертвецы начали оживать. И ты такой, нихуя себе. И что, опять же, это никак не сыграло, кроме того, что отец потом... Просто, что это отец. Умерший с ним бухал. Но знаешь, что круто? Что им понадобился слом повествовательный, такой, чтобы дать понять читателю, что все вообще пошло наперекосяк. И они для этого не использовали инцест, как в «Игре престолов».
А, ну, ограничились восставшими мертвецами. Не, ну, как в «Игре престолов»? Я услышала про восставших мертвецов, я думала, ну вот, хоть сейчас будет какое-то рубилово, может быть, какое-то экшен. Слушай, ну все-таки наоборот. А по итогу он просто сел, поел. Просто посидел, чисто побухал. Ну, это опять же Аркадий... Ой, Борис такой, блядь, и они восстали из мертвых и пошли в город. И Борис такой, пусть чай попьет. И так все очень тяжело, мертвые восстали, пусть хоть чаю попьют. Они ж с родственниками не виделись давно. А чем вторая часть заканчивается? Тем, что он садится в тюрьму. Вот, да, то есть он, его схапали, он подготовил все к тому, что, а он сбежал. Чтобы помочь жене, да? Да, он сделал тайник, чтобы были деньги для жены, все подготовил и сдался. Да. И к тому моменту, когда он выходит из тюрьмы, его ждет неприятное событие. Оказывается, его дочь, она сильно изменилась уже за это время. Она не только совсем... Это уже третья часть, правильно? Да. Но глазами другого человека рассказывается. То есть мы можем... все дальше и дальше. Первая глава – это глазами самого Редрика. Вторая – это наблюдение за Редриком, как главным героем. Повзрослевшим. Да. Да, на пять лет. И третья глава – это описание буквально дня из жизни как раз... Ричарда Нунана. Нунан был до этого, нам просто его раскрывают как персонажа сейчас. Mm-hmm. До этого казалось, что у него какие-то дела с этими... Нет, вначале казалось, что со сталкерами. Наоборот, да, с потому что он с Буталином дружил, в баре встречался, решал какие-то вопросы. А вот когда его описывают жизнь, понятно, что он работает на правительство и выключает банды сталкеров. Типа... Да, в третьей части становится ясно, что он двойной агент. Он вроде бы как и со сталкерами тусуется, им деньги дает, но на самом деле работает на правительство. Но причем негатива вообще не вызывает. Но да, на самом деле все-таки занимается тоже контрабандой вещей с зоны. Но он и туда, и туда, да. Туда. Там, но он просто жил в этом городе, ищет способы заработка в этом городе. И при этом он чувак, способный на преступления. И вот там еще сцена, где они выясняют, что золотой шар реален, а не легенда. Это, ну, такая сцена, которая с помощью этой сцены общение Нунана с... профессором? Да. Или с кем-то из... С начальником или профессором? Да, да, с начальником. Ленкеном, да. Они дают понять, что это реально существующий артефакт. Ну, типа, чтобы к этому как к легенде уже не относились. Но там у него еще хороший разговор с Пильманом, который в самом начале был, который типа Нобелевский лауреат, и он говорит, к чему мы вообще катимся? Вот у нас уже мертвецы тут ходят, чай пьют, у нас тут уже люди прилетают сюда и умирают сразу, будучи молодыми сталкерами. И там как будто показано, что сталкерство уже победили, потому что уже механические роботы это все делают и так далее. Типа даже технический прогресс в этом сработал. И этот Пильман очень там красиво, и впервые он сравнивает эти зоны с тем, что пришельцы приехали, побухали на обочине, уехали, а вы это изучаете как что-то... Mm-hmm. Говорит, они просто, может, угорнули, может, у них день студента. Объясняется название книги, да. То есть в этот момент ты такой, может быть, и правда. Вот как муравьи, типа, растаскивают вот эти объедки, которые мы накидываем. Да, что для инопланетян мы обочина, что мы, как для нас, муравьи и животные, что типа мы не на равных с ними. Так же объясняется? Да, есть шанс найти Чикапай у нас, по сути. Возвращаемся к Реду. У него дочь, мало того, что совсем потеряла человеческий облик, так еще уже перестает вообще узнавать людей. И воспринимать что-либо. Да, и он из-за этого все-таки решается отправиться на поиски золотого шара. Кроме того, его отец восстал. Его отец восстал из мертвых, и они живут такой компашкой, значит, красавица жена, сиделец, который отсидел только что, дед, который умер и выжил. Аналогия с семейной жизнью советской очень сильная. Ребенок перестает его понимать. Отец пьет. Жена круто готовит. Да, и он отец зомби еще, прикинь. Ну, то есть, очень похоже. А, и там смешно, что Нунан к нему в гости приходит, и, ну, у него картина, прикиньте, у него картина... А, во-первых, пересекается со стервятником, Ред что-то там со стервятником какие-то дела свои решали. Но, прикиньте, приходит Нунан, видит мертвого деда, который живой, видит мартышку, которая уже не понимает, что она мартышка, видит Реда, который только что из тюрьмы вышел, и жена готовит, и ему Ред говорит... Ну, я планирую забухать сегодня. И тут такой, есть он хуй.
А что еще делать-то? Вот. И они начинают бухать с ним. И самый прикол, что Нунану руководство поручило типа всех этих сталкеров обуздать, которых он думал, что уже обуздал. И он приходит к этому и понимает, что вообще не хочет этим заниматься. Ну, откровенно, что ему все равно на работу, что ему все равно... И он просто хочет по-человечески пообщаться с Редом, пообщаться с женой. Выступал планы на среду. Обуздать сталкеров. И там единственное, что Ред очень достаточно положительный персонаж, такой честный, это, но изменял жене. Изменял жене. Это не самое плохое, что сделал Ред. Ну, а что он еще плохое? Да, блядь, не знаю, убил Артур. Чуть-чуть подальше, да. Так в смысле, уже... Нет, к этому моменту, что это первое плохое событие, которое... Он изменял жене с дочкой Бардрича этого... Вот, прям изменял. Неоднократно. Но неоднократно. А, вот! Ё-моё! Ударит вот. Женщину, до этого он еще ехал. Не-не-не, не ударит женщину, вот же золотая. Короче, он тут признается, это уже конец книги, прям за 50 страниц до конца. Он говорит, что спал неоднократно с этой красоткой. Говорит, ну это пиздец был. Говорит, она вообще, ну, типа. Никакая. Насколько, да, никакая, говорит, настолько пустая, типа снаружи оболочка это, что. И он говорит, почему с ней неоднократно спал? Потому что каждый раз забывал, что до этого было херово. Он говорит, я с ней и пьяный пробовал, и трезвый пробовал. Все не понравилось, все ерунда. И он говорит, я каждый раз типа с ней спал в надежде, что будет круто, забывая прошлый неудачный опыт. И тут максимально странный пример он из жизни приводит. Позволишь? Да? Просто уму непостижимо. Такая роскошная баба, век бы с ней любился. На самом деле пустышка, обман. Кукла не живая, не женщина. Как помнится, пуговицы на кофте у матери. Янтарные такие, полупрозрачные, золотистые. Так и хочется сунуть в рот и сосать в ожидании какой-то необычайной сладости. И он брал их в рот и сосал. И каждый раз страшно разочаровывался, и каждый раз забывал об этом разочаровании. Даже не то, чтобы забывал, а просто отказывался верить собственной памяти. Стоило ему снова их увидеть. И, честно говоря, я это сравнение не понял совершенно по-другому. Подожди. Борис, ты что, блядь, написал? Нормально все шло. Какие нахуй? Ты сосал бусы, блядь? Мамины пуговицы. Ты сосал пуговицы мамины? Ё-моё, Борис. И получается... Хотя бы дождался, пока мать кофту снимет. Прости, я перебил. Да нет. Объясни про пуговицы, как ты понял? Так, сравнение секса с Диной и... И сосать пуговицы. Сосать пуговицу, как ты вообще можешь додуматься? Я понял сосать пуговицы, я про секс не понял. Ну не понравился ему секс. Ну, у тебя был секс с красивой женщиной. У тебя был секс с красивой женщиной же. Да. Ну. Но. Офигительно было. Ну, смотри. А прикинь, не очень было. Не. Тогда попробуй. Более реалист. Нет, смотри, Коль, здесь речь идет, как бы, видимо, о том, что та его женщина была куда менее видная и красивая. Так она тоже красивая по описанию. Да, да, не настолько они на ней остановились. Ну чего, там по этой, когда ее описывают, по ней текут капли секса, я не знаю, как это называется. Короче, и смысл в том, что, видимо, его жена не такая яркая внешне, но куда более страстная в постели. Да, вот, например, прикинь, та сверхкрасивая 72 килограмма, но во время секса не издает ни звука. И вообще... Вашей любви хватило бы на двоих, да, вот это? Коля такой. Не, ну поэтому я и такой, я прекрасно понимаю, Борис, пуговица. Она идеальная, Коля, знаешь, говорит, она идеальная. Нет, пуговица прям вот сосать, да, разочаровывающе, но ожидание... Я так про сигареты в детстве думал. Я думал, что сигареты на вкус как шоколад. Ну, типа, как вот шоколадная конфета. Потом покурил впервые... Отплевался и с тех пор не курю. Да. А как можно вообще пососать пуговицу и остаться неразочарованным? Знаешь, что важно? Мне кажется, тут важно пуговицы. То есть не было такого, что он пососал одну и понял принцип. Он как бы пососал все. И каждый раз получал одно и то же. Ну, ничего. Так, в детстве это нормально пробовать то, что тебе кажется прикольным. Ну, на вид. Тот же самый, ну, не знаю, эти... Цветочки же, кашку все ели тоже. Вот такая же хуйня, мне кажется. Не, ну это какого развития надо быть? Ну, типа, блин, ну... Детского? Да. Не, я к тому, что я понимаю, он увидел яркую безделушку, типа пуговицу,
Ну, блядь, не пососать же решить ее сразу. У меня есть идея. Типа, утащить к себе в гнездо, как сорочи. Слушай, братан, мы понимаем, что тебе уже 30, но нельзя настолько пренебрежительно относиться к 4-5-летним. Как можно быть таким ебанатом, блядь, сосешь пуговицу. Нет, я все понимаю, он слова не все знает. Да ты мудак, блядь, у меня пуговица во рту. Мы приходим к выводу, что персонаж Ред, он такой человек, с которым бы ты не стал общаться больше 10-15 минут. Да не, типа пап... как с таксистом. У меня появилась идея, что на протяжении книги мы видим как бы его, на самом деле, ухудшение... Я имею в виду, как персонажа. То есть изначально он был более какой-то, как сказать, более простой. А к концу он становится действительно... Он такой, да, зона меня портит. И он такой, пускай дальше портит. Я говно, я буду говном. Как будто бы вот он сам себя еще больше закапывает. Он два раза отсидел за это время. Да. Лишился семьи. У него воскрес отец. Умер друг. Этого он нес... Блять, вот мне кажется, для того, чтобы быть ебанатом, уже достаточно принести из зоны отчуждения одного человека, у которого пропали кости в ногах. После этого приключения ты уже можешь, имеешь право чуть повернуто. Но как будто ребята... бы этим сейчас в этом измазывается, понимаешь? Да, еще он пьет. Но это типа, но типаж пьет, написан курит. Круто. То есть он такой, у него выпадает еще шанс, он такой, я от души его вообще проебу. Да, и он прям валяется в этой грязи такой, я плохой. И он каждый раз, зарабатывая до хера денег, не получает от них роста, статус. Там еще, знаете, очень прикольный момент, вот я только сейчас понял, когда читал, не уловил, что в начале, когда он, в начале книжки, он в баре сидит, и к нему подсаживается чувак по вопросам иммиграции, говорит, типа, ну, это ужасное место, где вы живете, предлагаю вам переселиться, типа, в Европу или куда-то еще. И тот говорит, нахера мне, я тут вырос, я тут это, все вот это стандартно, и отказывается от иммиграции, это в начале книжки. А в конце книжки иммиграция из этого места уже запрещена. Да. И он вообще, как будто вот почему он портится как персонаж, он, ну, он оказывается в ловушке, он в семье, где у него куча проблем, он в городе, из которого он не может никуда деться, единственный способ заработка, который он знает, и который в перспективе может что-то улучшить, это опять идти в зону, ну, то есть понятно отчаяние персонажа. Будто бы, он тут как будто бы оправдался. То есть до этого он себя вел просто так, а тут такой, ну, у меня теперь есть А помощь. Мне кажется, как будто опускались-опускались ставни и опустились, ему действительно уже некуда деться было, и единственная его надежда осталась. Вот мне кажется, видите, он совершил хороший поступок, когда спас стервятника тогда, но это в итоге ему ухудшило сильно жизнь. Да. Это омаж на Советский Союз, вы вообще в целом, как да. воспринимаете эту книгу? Так она, ну, это же распространенное мнение. Амаш, правильное слово, кстати? Я просто ебанул, потому что такое шоу. Вроде правильное. Много здесь слышал слов странных. Да. Слушай, ну, не знаю, как бы вообще, как бы в целом, конечно, здесь есть... Но единственное, что здесь у людей все-таки есть возможности. О, нет, а там же сравнилась, кстати, зона, которая вот в этой вымышленной англоязычной стране, с зоной, которая в Советском Союзе. Да, там всегда Восточной говорят. Восточной Сибири. Там, они специально, чтобы выпустить эту книгу, у многих так же, как у этих. И там в хорошем смысле... Написал 12 стульев. Ильф и Петров. Да. У них тоже были проблемы с публикациями, и они просто вынуждены писать о том, что это не Советский Союз. А там в хорошем смысле Советский Союз зона. Чтобы это выпустить. Что говорит, типа, если это, ну, типа, дьявол у дьяволова, что, типа, не нужно туда приближаться, всех выселили за 101 километр, и не делают из этого Лас-Вегас, как я уже сказал. Да, прекрасные люди. Что, типа. Да, и там это описывают. И цензор, типа, такой читает по их замыслу. И надо было еще в скобочках подписать, они там все еще и не педики, в отличие от нас. И каждый в армии служил. Короче, в последней части Ред берет с собой в дорогу Артура. Сына стервятника. На самом деле Артур сам просит пойти. И это очень кстати, потому что стервятник не знает, что Артур идет. Не знает, но стервятник успевает рассказать Реду, что там есть одна неприятность, когда идешь за шаром. Одному не пройти. Одна неприятность. Да, там есть так называемая мясорубка, в которой придется пожертвовать одним человеком для того, чтобы второй смог пройти. И по иронии судьбы, это его сын. Как разместителя. Да, Танос и Гамора, я тоже про это подумала. Красавец Артур идет с ним. Они идут по грязи. В дерьме, чуть не сгорают от пуха тополиного. Как Станос, все правильно, как Станос и Магамора, только у этих, слава богу, не было Бориса. Иначе бы там все по-другому. Слушай, мне знаешь, что показалось? Показалось, что вообще, типа, вот эта последняя часть, как будто притча какая-то, нет? Какая? Ты про... Про шар? Про Мстителей? Нет.
Вот это последняя часть книжки, что вообще как притча написано. Отдельно воспринимается? Ну как да, отдельный воспринимается рассказ? Абсолютно отдельно. Ну, да, может быть, вполне, абсолютно мне кажется, если восстанавливать хронологию. Что, как тост, чтобы в конце сказать, да чтоб мы все, у всех все было, и никому не было обидно. Ну, там же прям... Она очень описательная, эта последняя часть. Да, она, да. Она нагнетается атмосферой, тем, как тяжело идти, тем, насколько... Что реально... никого нет рядом, два человека, и никого нет рядом. Угу. Вот это еще ключевое. Вокруг зона... Редрик постепенно в своем внутреннем монологе все больше отчуждается от этого Артура, которого он взял, типа, стервятник, ты хочешь, я пошел к золотому шару? Я, блядь, пойду. А ты говоришь, вот мясорубка, ты же сам стервятник, ты кучу людей здесь мертвыми оставил. Я тоже вот возьму одного твоего намоленного у зоны ребенка твоего. Красивого сына. Угу, красавчика Арча. И пойду, и постепенно он, тут же большая часть этого внутренний монолог, Редрик, который все больше погружается в то, что дерьмо, дерьмо. Тут, если что, тут очень милые оскорбления. Тут типа такой раз такой. Ах, этот такой раз такой сталкер. Тут или жабы, например. Да, там да, жабы... единственный жесткий зло, он говорит, когда он в лифте, там, помните, в какой-то да, части да, да. едет в лифте с полным человеком и с какой-то женщиной, и она не дает закурить этому полному человеку, потом он закуривает, он терпит, выходит из лифта, и вот там жесткие слова, где он говорит, выблядок или что-то такое. Нет, не говоришь? Шлюха была слово. А, ну, короче, нет, да, здесь же еще такой момент, то, что он все время, пока с ним идет, он начинает общаться с ним наедине, и он понимает, что Артур, этот молодой, красивый, он вообще не похож на своего отца. Он вообще... На... Ребят, пожалуйста, не пускайте уток до конца шоу. И вот что происходит. Они уже все избитые, уставшие, подходят, и вот они видят этот шар, и этот Артур, к которому он уже привык и начал хорошо относиться... теряет голову, понимает, что Сашар настоящий, и начинает бежать к нему и кричать: «Счастье для всех даром! Пусть никто не уйдет обиженный!» И он бежит с этим радостным криком к шару, и в этот момент срабатывает мясорубка. Да, его быстренько там... Там есть сравнение с тряпкой, что как хозяйка выжимает тряпку. Только человека. Даже у братьев Стругацких доказано, что желание нельзя произносить вслух. Вот он бежал и кричал желание вслух, и его мясорубка, как да. тряпку. Бля, тоже мясорубка, как тряпку. Нет, канал, его в любом случае. Мясорубка, как мясо. Да, да, было бы. Вот это. Нет, нет, нет. На самом деле его выжило, как женщина выжимает кусок мяса. Когда стирает мясо? Когда моет полы и мясо. Да, да, да. И суть, что он вспоминает всю свою жизнь, ползя по этому дерьму, к этому шару. Он ползет к этому шару через дерьмо, через всякие нечистоты, через всякую херь. И он понимает, что это его жизнь вся так и прошла, что он лез через это дерьмо к этому шару, ну, типа к точке какой-то, к которой он только сейчас поверил, по сути. Он до этого ж не верил в этот шар. И когда оказался у отчаяния, он подумал, что он сошел с ума, как и стервятник, и, возможно, этого шара нет. Доползает до этого шара, чтобы спасти дочку и своего отца. А отца как спасти можно? Он же и так умер и выжил. Это мне кажется, с отцом надо научиться жить. Просто. Да, да, да. На отца надо не обращать внимания. Вот так. Прикинь, загадал у шара. Не обращай внимания на отца. И чтоб мартышка стала менее волосатой. Я, честно говоря, не понял. То есть, как бы здесь же... нам, чтобы все-таки выводы нормально говорить, нужно самую концовку рассказать. То, что он отказывается. Я к тому, что ты просто концовку сейчас сказал, как он к этой концовке пришел, что он начинает вспоминать, говорит, всю свою жизнь, вспоминаю рожа, это типа все ужасные люди, он начинает вспоминать хорошее, там из хорошего только жена Гута, да, по-моему, Кирилл вот этот, который ему несказанно понравилось, глаза вон того хрипастого Фила, да, и в целом ничего он не может вспомнить хорошего, и говорит, начинает думать про человечество, может человечество как-то спасти, мысли у него нет, он считает себя тупым, что у него нет ни одной хорошей мысли, в которую он верит, и он, доходя до шара, забивает хер на дочку, не знает, что придумать вообще, и в итоге... Причем он пока идет, думает об этом, то, что я убил Артура ради своей дочки, либо он, либо она. Мне тоже кажется, что вот эта глава, он всю главу говорит, отчуждается от Артура, чтобы ему было проще его принести в жертву. Но круто. И конечный итог показывает, что он от страха вспоминает все самое плохое, но чувствует свою вину, и поэтому произносит такое же желание, какое произносил Артур.
Он произносит, да, то же самое, что сказал Артур перед смертью, но тут еще суть, что он попросил у Шара не это желание, он попросил, говорит, ну, я сейчас в такой ситуации, говорит, я же должен придумать что-то классное, говорит, дай мне мысль в голову. Типа он у Шара попросил мысль в голову, и Шар дал мысль в голову, что пусть у всех будет все хорошо. Вот он, так. Ну да, счастье для всех даром, и пусть никто не уйдет обиженный. Но при этом мне очень нравится, как написано последние две страницы. Как будто прям, знаешь, круто, как будто не раз переписали. Там прям каждый абзац начинаешь читать, они жесткие, они прям он, когда выходит, это еще прошло некоторое время, стало появляться более-менее связанные мысли, потом он подходит, у него уже расплатился за всю душу за гадов, пусть дерьма пожрут, как я жрал. А дальше подходит уже подлость. Ну и, короче, как будто бы прям здорово за три страницы описан фактически полный процесс схождения с ума человека. Мне жутко концовка понравилась, очень круто. Я не дочитала. Тут же опять, да, не бойтесь своих желаний или что? О чем мысль-то финальная, как считаете? Ну, типа, вот он Шар, вот он, типа, дошел до того, что может решить, типа, его проблемы. Он не Наверное, человечество не готово к контакту с внеземными цивилизациями. Такая? Сейчас тебе скажу, если уж говорить про вот такую концовку. Я не знаю, имеет ли она место быть, но я вижу вот что. Как бы Шар, который делает чудеса по мановению руки. Его, конечно, на самом деле не существует. И туда идут люди, которые отчаялись и все потеряли. И если есть такое место, где можно, вопреки всей логике, забыть все, обрести прощение, и всем будет хорошо, но для этого все-таки придется отказаться от физических, материальных вещей, которые у тебя были по-настоящему, которые ты еще не потерял на тот момент, который ты пришел к Шару. Например? Так он же не просил физических материальных вещей, он же хотел... Но с другой стороны, когда ты желаешь всем всего хорошего, то это как бы и дочке, и отцу, мертвяку, то есть это всем... Блин, вообще не понятно, это знаешь как... Променивание. То есть вот это классно. Променивание как... частного уже на общественное. Да. Но у меня есть такое ощущение, что это как растерялся, знаете, когда перед днем рождения у тебя спрашивают, что тебе подарить? Ты такой, блин, а может что? И такой, деньги, давайте... Это самое простое, это как с джином, когда у тебя спрашивают вот эти три желания. Но мне еще кажется, что нужно более четко формулировать, чего ты хочешь. Потому что чтобы у всех все было, это звучит достаточно, реально, как на самом деле здесь хорошо сделано. Здесь пусть никто не уйдет обиженный. Да. Это прикольная фраза, потому что если вдруг кому-то обидно из-за того, что он получил, если то... Он не может уйти. Вот! Если бы это был фильм... Это как в исполнителе желаний. Да, исполнитель желаний, то тогда разъем, было что, бы так. Разъем, что у стервятника ног нет, он реально не может пойти. Сперва я бы хотел цитаты спросить. Да. Может, у кого-то есть наиболее запомнившаяся, интересная или для вас важная показавшаяся цитата? У меня сохранено. Я сейчас включу любимую. Глава 2. Редрик, глядя в небо. Огромные ступни его, жестоко объеденные студнем, были странные и неестественно вывернуты. Наверное, это. Я не знаю, как сейчас ее найти, но это цитата, типа, когда Кирилл, который потом умирает, он говорит ему, типа, как его зовут? Редрик. Шугарт, он говорит, мною получена информация из конфиденциальных источников, что вы, ну, типа, что нужно что-то там взять в зоне, я не помню формулировку. И он говорит, что это за источники? И он говорит, конфиденциальные. Вот это моя любимая цитата. Мое любимое понравилось, что... Ну, мне понравился этот психопат Гуталин. В плане, он был, знаете, каким сталкером? Он выкупал вещи, которые принесли из зоны, и относил их в зону, говоря, что дьявол у дьяволова. Это же очень круто, не? Угу. Воинствующие ангелы. Это прикинь? Да, это как выкупать вещи из ломбарда. Это как выкупать закладки и раскладывать их обратно. Пришел на рынок, скупил все мясо и похоронил. Вот началось. Слушайте, ребят, а мне понравилось, похоже на все-таки то, что я говорил, похоже, что это мысль. Вот здесь есть хорошая цитата. Но вся беда в том, что человек, во всяком случае, массовый человек, с легкостью преодолевает эту свою потребность в знаниях. По-моему, у него такой потребности и вовсе нет. Есть потребность понять, а для этого знания не надо. Гипотеза о Боге, например, дает ни с чем не сравнимую возможность абсолютно все понять, абсолютно не узнавая ничего нового. И как будто бы похоже это под ту мысль, которую пытался я привести в конце. Какую? Ну, про то, что он в конце как бы...
Ну, блаженный становится, уверовал, и все, и отпускает реальность. Mm-hmm. А мне в этой же мысли понравилось, она рядом была, что, типа, насколько тяжело ученым, что они понимают глубину своего непонимания. Ну, то есть, казалось бы, ученый умнее, например, меня, да? Ну, понятно. Да, ну... А он хотя бы понимает, насколько он ничего не понимает. Насколько он не знает, да, что и как им тяжело жить. Это, типа, так же можно сказать, как тяжело силачам, они понимают, насколько сильно они могут получить пизды. Ну, типа, слабый человек даже не понимает, как сильно. Тогда последняя цитата, которая у меня есть. Аркадий Борис Стругацкий, «Пикник на обочине. Научно-фантастическая повесть». Целую в попку. Да, точно, слышишь?